кафе «Якиторий» города Каспийска прошло мероприятие для детей погибших участников СВО, организованное депутатом Народного собрания Республики Дагестан Еленой Павличенко и меценатом Улубием Османовым. Они отмечают, что не могли оставить детей без внимания в преддверии праздника Дня Победы. Мы все являемся наследниками воинов-победителей, наших прадедов, наших дедов. И сегодня хочется, чтобы дети, уже вот младшее поколение, все-таки понимали и помнили, чтобы эта память в их сердцах оставалась, но чтобы эта память у них не была горькой, а чтобы она была связана с детством. С детством, которое им сегодня дает возможность вот участвовать в таких праздниках. Для детей была подготовлена праздничная программа с участием аниматоров в роли любимых персонажей мультфильма «Три кота». А также ребят угостили различными блюдами по их желанию. Организаторы надеются, что проведение подобных мероприятий станет хорошей традицией и будет проводиться чаще.